Ты хакнул их программу. Я сам им ее продал. Ну, так что мы узнали? Что гнев — короткий путь к ошибке. Прости, что? Слова старого друга, который однажды нашел меня в лондонских подземельях, пытающийся отомстить за своих сестер абсолютно невинным прокладывателем туннелей. Ну, тогда ты была очень не в себе. Как и ты сегодня, старый друг. Намек понят, надеюсь. У меня есть вопрос, очень простой. Мелоди человек? Прости, что? Конечно, да. Полностью человек. О чем вообще разговор? Они сканировали ее с рождения. И мне думается, нашли то, что искали. Человеческую ДНК. Присмотрись поближе. Человеческая с довеском. А именно, человеческая плюс повелитель времени. Я слышала, как она говорила, что он в ловушке. Зачем мне врать вам? А ты посмотри на свою униформу. Я пошла к клирикам только для того, чтобы снова встретиться с доктором. Ты так искала встречи, что вступила в армию, которая воюет с ним? А как иначе встретиться с великим воителем? Он не воитель. Тогда почему его зовут доктором? Это начинается. Пожалуйста, послушайте меня. Но она человек. Она дочка Эми и Рори. Ты рассказывал мне о своем народе. Они стали такими, как были, из-за длительного воздействия временной воронки. Временного раскола. В течение миллиардов лет это не произошло вот так вот сразу. Так насколько близка она? Может ли регенерировать? Нет, нет, я не думаю. Ты не очень-то уверен в этом. Потому что я не понимаю, как это могло случиться. Что подводит меня к вопросу, когда это случилось? Когда? Я стараюсь быть деликатной. Мне прекрасно известно, как ты можешь краснеть. Когда этот ребенок начался? А ты имеешь в виду... Именно. Но откуда мне знать? Это личное дело человеческого. Оно как бы само собой. Они об этом не объявляют. Но мог ли ребенок начаться в ТАРДИС, в полете, в воронке? Нет, нет, это невозможно. Мы все бегали с рыбой-вампиршей, взрывали все, а поначалу Рори вообще не было. А потом он умер, потом перестал существовать, потом превратился в пластик, потом мне пришлось перезапустить вселенную. В общем, долго рассказывать, поэтому фактически впервые они были в ТАРДИС вместе в этой версии реальности в свою... Свою что? В свою первую свадебную ночь. Подтверждаю. Никаких форм жизни на этой базе нет, кроме человеческих и силурианских. Безголовые монахи не живые. Они не регистрируются как формы жизни. Это все полная чушь. Нельзя вот так сварганить себе повелителя времени. Конечно, нет. Но ты дал им тот еще импульс, и с тех пор они упорно работали. Но тем не менее сдались с такой легкостью. Это никому не кажется подозрительным. Эми, она беспокоилась, что у малыша будет временная голова. Она говорила... Только ты мог проигнорировать материнский инстинкт. Или инстинкт труса. Все вышло слишком легко. Что-то не так. А зачем вообще это делать? Даже если можно прибрать к рукам новенького повелителя времени, зачем? Как оружие? Чего повелителю времени становиться оружием? Ну? Они видели тебя. Меня? Мистер Малдовар, вы правы. Все получилось слишком легко. Мы должны пойти к остальным. Меня? Судя по системе жизнеобеспечения, она человек, но она выбралась из скафандра, прилагая усилия. Должно быть, она очень сильна.